Иногда на сервере вам может потребоваться более детальный контроль за вашими программами, чем с помощью Jobs, FG и BG. Вы можете воспользоваться командой ps, которая позволит посмотреть список всех запущенных вами процессов. Вы можете также использовать приложение Top, которое позволит отслеживать все процессы, запущенные на данном компьютере в реальном времени. Однако на сервере количество таких процессов очень велико, и вам, возможно, будет интересно отслеживать только процессы конкретного пользователя, например, ваши. Для этого воспользуйтесь командой top-u и укажите имя пользователя, который вам интересен.